Всем привет! Вы на канале Happy Family, меня зовут Света. И сегодня мы с вами приготовим очень вкусные тонкие кружевные блинчики на всю нашу большую семью. Рецепт блинчиков и список ингредиентов вы найдете в описании к этому видео. Чтобы приготовить одну порцию блинчиков, нам понадобится одно куриное яйцо. Давайте его разобьем. Теперь добавим щепоточку соли. Теперь один из главных секретов этого рецепта – нужно добавить соду, гашеную уксусом. Гасить соду мы будем 9% уксусом столовым. Если у вас вдруг нет такого уксуса, то можно просто растворить соду в воде и туда добавить немножечко уксусной эссенции. И добавляем это к нашему яичку. Перемешиваем. Следующий этап. Добавляем немножечко сахара. Сахар добавляется по вкусу, а много сахара не рекомендуется в этом рецепте добавлять, чтобы блинчики не пригорали. Чтобы постоянно не наливать на сковородку при выпекании блинов подсолнечное масло, добавим его прямо в кастрюльку. С нашим будущим тестом. Это мерная емкость у меня четверть кружки. Если блинчики будут все-таки приставать, когда мы начнем их жарить, можно будет просто добавить еще маслица. Следующим этапом добавляем в наши блинчики ванилин. Мне тут мой оператор сказал, что 1,5 грамма на одну порцию – это много. Он не пахнет, вообще не пахнет. На, понюхай. Серьезно, не пахнет? Пахнет? Ему пахнет, мне не пахнет. Ну ладно. Теперь добавляем в наши блинчики молоко. Молоко должно быть комнатной температуры. И добавляем мы на одну порцию 0,5 литра молока. Наши блинчики почти готовы. Осталось добавить в них муку. А муки добавляем достаточно много, чтобы получилось такое достаточно густое тесто, как на оладушке. Смотрите, какое получилось тесто. Оно получилось достаточно густым. Как густая сметана, как тесто на оладьи. Сейчас будет последний этап, на котором мы добавим кипяток. Прямо вот в это вот тесто. И получим вместо густого теста уже жиденькое, готовое к поджариванию, выпеканию. Блины жарят или выпекают? А? Не знаю. Ты тоже не знаешь? Я их... Короче, я их ем. В общем, будем выпекать или жарить блины, кому как больше нравится. Последняя стадия. Добавляем кипяточек. Я боюсь за блины. Тесто для тонких кружевных блинчиков готово. Остался последний этап. Нужно смазать сковородку. Я не умею делать круглые блины, это капец. Ну правда. Я потом все-таки сделаю круглее блин. И вот его я... Смотри, какой он резной прямо. Красотища.